Вы слушаете программу «Курс Потапенко». Ну что, всем доброй ночи. Да, действительно, это курс дядюшки По, и по-прежнему мы говорим об экономике. Каждый четверг 23.00. Напомню, 985-970-45-45 – это смс-портал, когда можно набарабанить смс-очку, и то бишь задать вопрос по теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Да, безусловно, экономика создается по-разному, но не всегда эта экономика создается только для того, чтобы что-то приобрести, но иногда что-то потратить. В данном случае мы говорим о заработке на тратах, на отдыхе в данном случае, если кто прочитал наш сегодняшний анонс. У меня в гостях Майя Котляр, основатель и генеральный директор компании по индивидуальному туризму Майель Тревел. Майя, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, вот, ну, поскольку тему я заявил достаточно просто, рынок против очень самостоятельного туриста. Поскольку вы работаете в нише такого, ну, в кавычки я поставлю слово, индивидуального туризма. Мы сейчас давайте сразу поймем, что такое индивидуальный туризм. То есть это не Турция и не Египет, то есть, грубо говоря, пакетным образом, когда за там, 1000 или там, за 500 долларов едут на неделю. Что такое индивидуальный туризм? Смотрите, туризм в целом за 10 лет последних очень сильно изменился, да? То есть изменился клиент, изменилась очень сильно аудитория, изменились предпочтения. Если лет 10 назад вы приходили в компанию, да, и хотели купить Турцию, Египет, да, вам выдавали пакетные предложения, то есть это уже сформированные пакеты на блоках авиакомпании вместе с отелем, да, то есть здесь вам продукт не подстраивали под вас. Индивидуальный туризм – это как раз та ниша, где путешествия строят под потребности клиента. То есть индивидуально, неважно, на регулярных авиарейсах, чаще всего на регулярных авиарейсах, да, либо на чартерах. То есть полностью продукт подстраивается под нужды клиента. Плюс еще то, чем мы занимаемся, это сопровождение, это консьерж. Да? То есть захотел человек забронировать ресторан, мы это делаем. Захотел индивидуальные экскурсии куда-нибудь, куда в принципе не ступает нога человека, пожалуйста. Вот это и есть индивидуальный туризм. Он отличается очень сильно от массового тем, что... Массовый туризм, да, этим живет 70% рынка. То есть это пакетные предложения, уже готовые и, как правило, сформированные, которые нельзя, в принципе, изменить. То есть стандартные пакеты. Ну хорошо, да. Помимо развития рынка, точно так же развиваются и другие сервисы. То есть, ну, условного, предположим, там, условного клиента, он в состоянии воспользоваться букингом, он в состоянии воспользоваться рентовкой, он в состоянии воспользоваться там каким-нибудь условно авиасейлзом или скайсканером. И, в общем, ну, потребность-то, по идее, закрыта. Ну, заарендовать с помощью TripAdvisor, в том числе, и ресторан, 15 секунд, собственно говоря. Где остается ваш-то заработок все-таки? Дмитрий, вот можно встречный вопрос? Да, конечно. Да, ведущему? Вы сами вот занятой человек... Очень занятой, наверное, человек. Да. Вы сами себя бронируете, сами себе логистику строите, маршруты. Вы знаете, я вот сейчас, мы с вами немножко за эфиром говорили, мы ездили в этом году в Нью-Йорк. Потратил я на всю эту историю, я даже, ну, поскольку я действительно время очень себе берегу, 45 минут. Mm-hmm. Потому что арендовать машину, заарендовать гостиницу, купить билеты, простроить маршрут, более того, купить вместе локации сим-карту, взять CityGo, который мне проведет по маршруту, купить пакетное предложение на Empire State Building, прямо на сайте Empire State Building, там комплект из 5 экскурсий. Ну, это вот упор. 45 минут. Это предел. Угу. Ну, то есть, это надо быть... Понимаете, дело в том, что я вот потенциально вычисляю вашего клиента, но он какой-то для меня кажется очень ленивым. Объясню. Да. Объясню. Да, давайте возвратимся к рынку вообще в целом туристическому, да, и поделим аудитории, да, аудиторию на искушенных путешественников, которые уже поездили, которых вообще в принципе невозможно чем-либо удивить. Это наш клиент, да, один из характеристик. Вторая аудитория – это клиент массовый, это 70% приблизительно. Забыли.
статистика. Да, рынка, то есть Турция, Египет, стандарт, да, Крым, Сочи. И третья аудитория – это люди, которые, в принципе, мечутся между, да, теми и теми. Да, то есть между самостоятельными путешественниками, либо между потребителями продуктов индивидуального туризма, сегмента вот этого. Да? Вы спрашиваете, в чем выгода и в чем фишка. На самом деле, честно вам скажу, да, я пришла к этому пониманию через 2 года после создания своего бизнеса. Да, то есть фишка, то есть как уникальное торговое предложение OTP, которое существует в маркетинге, да, в чем? Меня часто об этом спрашивают. Смотрите. Во-первых, это цены, да, контракты, правильные контракты у таких компаний. Что они позволяют сделать? Получить выгодные цены, более выгодные. Я вас уверяю, если вы у меня запросите Мальдивы, я вам сделаю такое предложение, которое вы никогда не найдете на букинге. По ценам и по качеству. По качеству следующее. Это номерной фонд. Мало кто знает о том, что на букинге том же, да, ну, я упоминаю, потому что вы упомянули. Да, да, да. В принципе, да, я не упоминаю бренды, я не люблю. Не будем в едином жемчуге, да. Там их такое, ну, количество. Да, там. Смотрите, да, мало кто знает, в принципе, о том, что на букинге не всегда можно получить правильные и хорошие номера. Потому что хорошие номера, в принципе, на рынке туроператоров, на отельном рынке, да, ательеры, они любят делать B2B бизнес в большей степени, ориентированы, потому что B2B делает им обороты в большей степени, чем розница. Соответственно, цены и номера, номерной фонд, они вот таким компаниям предоставляют лучшие, то есть лучшие номера, и часто, да, вот к нам обратился клиент, говорит, вот я хочу поехать, повезти детей там в Диснейленд отель, да? Соответственно, на букинге нету номеров, просто нету, потому что овербукинг, да, то есть перед сезоном. Пожалуйста, обратились к нам, мы номер нашли, потому что ательеры, как правило, эти номера держат под контракты. Понимаете, да, это два. То есть первое преимущество цены, особенно в дорогом сегменте, ну как в дорогом, четверки, пятерки по проживанию, размещению. Два, это предоставление тех номеров, которых иногда нет, и вообще, в принципе, хороших номеров. Потому что на букинге самое последнее качество выбрасывается. Обычно. Обычно. Я не говорю про всегда. Третье, это то, что логистика. Все-таки логистика, понимаете, иногда заказывают нам такие туры, которые нужно делать от 3 месяцев до полугода. Сложные достаточно маршруты. Да, я не верю в то, что по Патагонии, допустим, или Латинской Америке, да, можно проездить самостоятельно без гидов, которые являются лицензированными. Понимаете, по интернету тоже можно гидов найти. Но ты приедешь, да, на место и, соответственно, наткнешься непонятно на что. Вот. А мы гарантируем качество, гарантируем экспертизу этих гидов и подстраиваем под потребность. Допустим, клиент приходит и говорит, вот у меня дети, да, им нужен доступный язык, да, чтобы им показали страну. Конечно, мы ищем гида под его потребности. Понимаете, очень много факторов, которые я никогда, в принципе, никого не убеждаю, никого не... Если человек любит, есть люди, которые категория, которые туристы, которые любят самостоятельно, он получает от этого просто кайф, да, от того, что он самостоятельно строит логистику передвижения по Америке, по Нью-Йорке. Вот, допустим, по Америке я сама построила себе логистику, потому что я от этого кайфовала. У меня было время, но когда я была занята, у меня не было времени всем этим заниматься качественно. Мне кажется, что сейчас это настолько стало, да, настолько примитивно, что, в общем, ну вот, когда вы приводили пример по гиду, да, для этого есть там, мы почему там упоминаем, не упоминаем, да, безусловно, есть там TripAdvisor, берешь с отзывами. Пожалуйста, у вас гид с отзывами. То есть уже, когда мы говорим о том же там буковании, ну, я, так скажем, вот представляю я себе отель. Ну, например, тот же Шератон, в котором мы останавливались. Есть некая фирма, не ваша, другая, с каким-то объемом.
Ну, у меня есть, терзают смутные сомнения, что у Booking меньше, соответственно, оборот, а я думаю, что он кратно больше, и, соответственно, если работать с какой-то фирмой или работать с Booking, то если бы я был владельцем Sheraton, я бы выбрал Booking. Понимаете, вы сейчас говорите, упоминаете один отель Sheraton. Я еще раз утверждаю, понимаете, это вы свой взгляд, да, обрисовали. На самом деле реальность немножко другая, просто реальность другая. Экономика в том, что каждая компания, она живет на комиссиях. Тот же Booking, он живет на комиссиях. И здесь уже вопрос в демпинге и вопрос, в принципе, в ценообразовании, в объемах и в оборотах. Понимаете, допустим, те же острова Индийского океана, Мальдивы, Маврики, Сейшелы, ну вы не найдете просто цену лучше, чем вам предложат аффилированные компании, да, принимающих сторон. Ну, не, потому что принимающие стороны делают объемы гораздо выше, чем отель. Допустим, когда клиент обращается, я сейчас не говорю про конкретные острова, неважно, да, я говорю сейчас, в принципе, про сегменты индивидуального туриста, про вас, вот таких, как вы, как я, да. Я точно когда человек обращается, вы знаете, вот к нам вот как раз приходят скептики. Я не скептик, я практик, потому что с моими золотыми картами выдавить любой отель на раз-два, он, что называется, еще 300 раз прогнется. Ну, в общем, вы совпадаете с нашей аудиторией. Мы имеем очень хороший опыт, да, с подобными клиентами. Все приходят вот с таким скепсисом, но потом убеждаются в том, что, да, ну, к нам приходят. Я просто говорю о реальности, да. Понимаю. Какой клиент к нам приходит? Да. Вот именно такой, занятой бизнес-деятель. И удивляются. Удивляются, во-первых, ценам, удивляются качеству. Еще очень важное преимущество. Как смотрите. Он не видел отель еще живьем. Ну, смотрите, вот давайте проиграем бизнес-кейс. Давайте. Значит, до вас доехать надо какое-то время. Значит, я когда говорю я говорю абсолютно не утрированно. Я знал, что я хочу получить. Я сажусь за компьютер, как это делаю последние, ну, уже, наверное, лет 15. Я, кстати, и пакетником являюсь, когда у меня вожу своих детей, то я не сильно мучаюсь, я нажимаю кнопочку или звоню, говорю, ребят, что там у нас, Египет, Турция есть, и там за какие-нибудь смешные $500 я, что называется, тюлени 2 недели и не морочу себе голову. Это, не верю, ну ладно. Это нормально. Это нормально, вот тюлени, когда дети вот там вот с этими, с аниматорами, больше ничего не надо, это дурацкий отдых, когда есть так называемый папский долг. Это нормально. И есть совершенно другой отдых, когда вот для того, чтобы до вас доехать, с вами побеседовать, ну, нужно, как вы говорите, занятому человеку потратить, по крайней мере, на дорогу хотя бы час и час на беседу. И час на обратно, того 3 часа. Дмитрий, а почему вы думаете, что до нас нужно доехать? Ну, или с вами надо созваниваться, все равно кто-то должен... Мы работаем онлайн. У нас есть, смотрите, наша компания конкретно, она вышла далеко за рамки тех классических турагентств, о которых вы сейчас говорите, да? Это приехать в офис, каталоги листать, да, то, как живет, в принципе, Россия, да, в целом, если говорить о глобальном рынке, да, мы живем немножко уже в другом измерении, в измерении 21 века, да, когда мы внедрили в компанию эти технологии, потому что без этого, в принципе, наш клиент бы к нам не пришел, потому что это люди занятые, и мы бронируем онлайн, все онлайн, человеку не обязательно подъезжать к нам, мы направляем курьеров с документами, если необходимо. Мы бронируем онлайн, он может карточкой своей оплатить конкретный тур. Ну, то есть у нас эти нормально. Технологии есть. Это нормально, абсолютно. Но так не живет российский рынок агентств. Мало. Мало. Дмитрий, очень мало. Оплатить тур, к сожалению. Мы можем прямо сейчас, ну, жаль, мне в Турцию не надо ехать. Мы сейчас можем зайти и оплатить даже пакетников, что называется. У нас понятно, что рынок почистился от турагентств очень и от туроператоров. Это была такая история кризисная. Вопрос, опять-таки, возвращаемся к клиенту. Вот я все пытаюсь... К выгоду, да, пытаетесь понять. Да. Смотрите, вот смотрите, описываю еще раз. Вы клиент, вы зашли на Booking, и видите, да, цену на Sheraton. Такая цена, окей, и номер какой-то. На 3-4 сайта оно... Заходите, сравниваете, да, вы обращаетесь к нам, да, конкретно, Mail Travel, допустим. На Sheraton. Я звоню, то есть я... Нет, мы сейчас сравниваем цены, да, вы ищете нашу выгоду и выгоду компании аналогичную.
аналогичных нам. Да. Я всегда говорю за себя, я не говорю за компанию, аналогичной нам. Выгода в цене, в продукте и в сервисе. Понимаете, мы обсудили цену, то, что мы в сегменте, не люкс, я не хочу люкс называть, в сегменте, цену 4-5, да? Цена ниже, нежели на... Сколько это будет ниже? Дмитрий, это зависит уже от 5 до 25-30%. Это существенно, Дмитрий, потому что на те же, если упомянуть там торги отелей, да, которые вы упоминаете, да, простите, если вы останавливаетесь там неделю, это уже существенная скидка. Если вы для вас первоначальным приоритетом является скидка, да, в принципе, цена. Есть люди, для которых первоначальным приоритетом все-таки является тот букет, да, великолепный, который мы предоставляем. То есть у нас нет добавочной стоимости на сервис. Смотрите, вы говорите про онлайн-ресурсы, это замечательно, но не всегда до онлайн-ресурсов можно дозвониться. К вам закрепляется персональный менеджер, которому вы не платите деньги и комиссии. А вдруг у вас на карте заморозка? Вы знаете, сколько клиентов к нам обращаются разочарованные в онлайн-ресурсах? Потому что заморозили деньги, два раза списали. Понимаете? И вы пока дозваниваетесь туда, мы уже этот вопрос решили. И мы его даже не допустили. Вы его решаете точно так же, просто зная язык с менеджером отеля. То есть это то же самое решается. Вот у меня такая же ситуация была в Нью-Йорке, когда я приехал в Шератон, и, соответственно, поскольку я определенным образом пользуюсь кредитными картами, мне сказали, что, вы знаете, нам нужен там такой-то депозит, и, соответственно, нам нужна кредитная карта. Я говорю, я хочу расплатиться наличными. Соответственно, мне говорят, нет, у нас наличными невозможно расплатиться. Я там на эту тему сильно повозмущался, что в Америке не принимают их же американские доллары. Но это так, чисто постебаться, потому что я готов был расплатиться. Но тем не менее, то есть, зная язык, можно разрешить с менеджером отеля любую проблему. Вы сейчас говорите про отель, я сейчас немножко о другом. Я говорю про онлайн-ресурсы. И с онлайн-ресурсами, там у них какая-то техническая поддержка. Пока вы дозвонитесь до тети Кэрри или Мэри, пишите письмо, ждете. Понимаете, вы общаетесь с неким человеком, которого вы даже не видите. Скорее всего, даже с ботом. А у вас есть, скорее всего, с ботом, роботом. Да? И проблема решается под определенные стандарты, скрипты. Понимаете, да? Ну, согласитесь. А у нас нет. У нас есть менеджер персональный, который 24 часа с вами на связи, решает все ваши вопросы, хотелки удовлетворяет. Он демпферирует, в данном случае он выступает в качестве психолога. Но он не обойдет скрипт там продаж того же отеля. Если в отеле, условно говоря, в том же Шератоне не принимают наличные, и вся логика Шератона заточена под там, Америка, страна победившего пластика, то даже если ваш менеджер 300 раз останавливал там наших постояльцев, он не обойдет этот скрипт. А понимаете, в чем разница? Вы сейчас привели пример, когда вы приходите в Шератон, да, или звоните, и у вас вы уже перед фактом. А мы выступаем людьми, экспертами, которые, в принципе, этот факт не допустят. Что вы знаете, будет у меня потому деньги что на мы карте, или я не, буду платить наличные? Нет, потому что мы всегда уточняем, как человек будет оплачивать. И оплаты все проходят, естественно, через нашу компанию. И когда мы принимаем сумму, мы уже понимаем, за что мы эту сумму берем. Мы обо всех тонкостях обговариваем перед клиентом, все тонкости. Понимаете, я еще раз повторю, что есть плюсы и там, и там. Я ни в коем случае не призываю никого. Но еще раз говорю, что наша компания, да, она, скажем так, находится между... Наш клиент это как раз человек, который бронирует самостоятельно. Мы не отбираем кусок у пакетников, хотя это тоже... Да, это тоже есть. То есть у нас аудитория, она между пакетниками и между людьми, которые бронируют самостоятельно, но в большей степени самостоятельных туристов. Если говорить в принципе о том, как это развивается, этот сегмент, наверное, интересно, да, в целом, сегмент самостоятельных бронирований в России развивается с темпами роста где-то в 10-15% ежегодно. То есть это очень много. То есть очень многие люди, как раз-таки разочаровавшись, да, то есть в услугах тех же агентств, туроператоров, да, они переходят в сегмент самостоятельных бронировщиков, считая, что это, в принципе, лучше и по цене, и по качеству.
Нет, это не так. Те, кто переходит из пакетников, это совершенно не так. Мы не считаем, что это лучше по услугам и качеству. Самое основное, что это позволяет, никто не лезет в наш отдых. Ключевой момент в нас, людях, которые самостоятельно, это есть слово самостоятельность. Я абсолютно четко понимаю, что, наверное, если бы там был бы какой-нибудь там круиз, то есть я считаю всегда экономику. Я понимаю, что никакая, даже самая крупная там, то есть пакетники, понятно, на чем зарабатывают. Есть туроператор, который выкупает отель, выкупает чартер, то есть какие-то резервируют. Но небольшая компания не может быть лучше, чем я. Потому что в данном случае мало того, что деньги приходят напрямую от меня, плюс ко всему большая часть, ну, как вы говорите, занятых людей или людей, которые очень много попутешествовали по миру, являются там золотыми членами, уж извините за мой французский, там всяческих ассоциаций, в том числе путешественников, которым дают колоссальные скидки, которые там, в общем, бронируются, даже когда есть овербукинг, это даже и на перелетах, и на гостиницах, и на автомобилях, и далее по списку, ну, потому что если ты путешествуешь хотя бы 28 лет, то, в общем, уже, в принципе, все это есть. Поэтому здесь-то основной это посыл наш, он не про деньги, он про самостоятельность, степень свободы. Дмитрий, но у меня другая немножко информация. Мы тоже проводим, да, определенные фокус-группы, группы исследований. Мы понимаем, почему люди к нам приходят, да, мы опросы проводим. Мы понимаем, почему. Потому что в основном тенденция в том, что люди разочаровываются. Допустим, я. Почему я пришла к этому бизнесу, в принципе, да? Я приходила в агентство, я очень много путешествовала по миру. Приходила в агентство лет 7 назад, и... мне предлагали только пакеты, во-первых, потому что лет 7 назад только вообще зарождался этот сегмент, да, и как только мне его продавали, либо групповые какие-то туры по Италии на автобусе, да, там, косяком, либо просто пакетные туры в Египет, Турцию, Таиланд, и забывали обо мне, как только продавали мне этот тур. То есть не было никакого ни предпродажного, ну, очень мало, предпродажного обслуживания, постпродажного. Это вы про Москву говорите сейчас. Я говорю не только про Москву. Я говорю про регионы. У меня просто партнер, с которым мы работали еще, чтобы не соврать, уж 14 лет назад, у него было такое агентство, оно просуществовало 4 года, именно как раз построено только на так называемых топов, и замечательно разорилось, поэтому я, в общем, видел всю эту... Они старались специализироваться на индивидуальных круизах и яхтах. Ну, в общем, наковырялись. Я просто помню, что я ему тогда сразу говорил, займись Турцией, и будут деньги. Дмитрий, на самом деле... Не соглашусь на самом деле. В том плане, что вот вы ему посоветовали займись Турцией, а сейчас знаете, какая тенденция? Тенденция в том, что из-за кризиса последних 3 лет, ну, население не стало жить лучше, да? Мы сами хуже, да? Люди, значит, кто покупать, кто путешествовать стал? Вообще, в принципе, как изменилось поведенческий фактор, поведенческие характеристики туристов? Путешествуют люди, которые могут либо хорошо заплатить за путешествие, то есть VIP-сегмент хорошо стал жить, ну, хорошо как относительно. Ну, допустим, мы в кризис лучше стали жить, потому что для аудитории первым фактором, если раньше за цены, демпинг, скидки, да, гнались все, первым фактором вышла надежность. После того, как произошел потоп туристического рынка от 2500, представляете, 2500 туроператоров было раньше, сейчас их 730 всего осталось. Да, для них вышла на первый план надежность, сервис, качество и продукт. Это раз. То есть VIP-сегмент нормально относительно живет. И это люди, которые покупают дешевые туры. То есть дешевые. Что означает дешевые? Это Крым, Сочи. Рынок, внутренний российский рынок по путешествиям прирос на 20%. А в прошлом году, допустим, в 2015 году по соотношению к 2014 году на 30%. А выездной туризм упал на 20%. Да, такая характеристика. Поэтому люди, средний класс, которого, в принципе, я до сих пор не понимаю, что такое средний класс в России. Помните, это было всегда. А средний класс, он перестал, в принципе, не то что ездить, он стал очень сильно экономить. То есть, либо совсем дешевые, либо
Ну, это квиптуры. Все очень просто. Всегда, во все времена в России средним классом были чиновники. Потому что чиновникам закрыли. То есть, что подкосил рынок? Подкосил рынок искусственная девальвация рубля. И второе, что подкосил рынок, это запрет нашим чиновникам, не вне зависимости от их погон, выезжать куда бы то ни было. Поэтому это и грохнуло большую часть так называемых турагентств. Ну, и Турция с Египтом, да? То есть, 4 миллиарда долларов российский рынок потерял после закрытия Турции и Египта. Ну, это потому, что... огромный объем. Вот представьте себе, вообще всего выездной там туризм. Это Турция потеряла. Емкость рынка, да. Ну, почему? Ну, почему? В данном случае вся основная проблема, что не произошло перетекание. Что у нас замены Турции не нашлось. Потому что мы можем 300 раз там говорить о плохой, там, какие-нибудь... плохие турки, но у турок и Египта очень-очень есть хорошая штука, пакетник. Цена. Просто, ну, там даже не вопрос цены, а именно пакетник. Потому что сочетание, а уже вторым моментом является цена. Потому что ты выезжаешь, и что называется, для большей части нашего народа населения, вот этот пакетник, когда тебя здесь, по сути дела, взяли, от аэропорта оттуда загрузили, там, кому нужно, там набухали, там он сгорел, у кого есть детишки, те там потонули, выиграли, а потом его обратно привезли, что называется, загрузили. Ну, смотрите, Дмитрий, я с вами соглашусь, но смотрите, рынок же тоже меняется с реальностью, да, и он перестроился очень сильно, на самом деле, за последние 2 года. Вы говорите про Турцию и Египет, а... На самом деле сейчас Греция, допустим, Кипр сделали все возможное, чтобы создать подобные аналогичные пакеты на all-inclusive. Понимаете? Ну, давайте прервемся. Напомню, в гостях у меня Майя Котляр, основатель, генеральный директор компании по индивидуальному туризму Майль Тревел. Не переключайтесь. Курс Потапенко. Дважды в месяц нас будет слышно от везде. 2 пятницы через 1. Мы будем перед вами как на ладони. С 8 утра до 11 часов. Мы горим в эфире, как творог. Не творог, а творог. По пятницам дважды в месяц. Дважды в месяц. А почему так редко? Потому что реже нельзя. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе? Ну, во-первых, личное обаяние. Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений? Я не радикал какой-нибудь, не экстремист. Бескомпромиссность в оценках? Я всегда могу найти общий язык с властью. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08. Это... То есть... Мы... Ну да. Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера. Доехали. Эта программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно. В пятницу в программе «Доехали» мы поговорим о зимних мифах. Эфир ведут Ольга Бычкова и гонщик-инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 23 часов. Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков. Закрытый камерный Быков. Дима Быков здесь. Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи. Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость. Вы слушаете программу «Курс Потапенко». Ну что, мы продолжаем курс «Дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. И по-прежнему говорим об экономике. Ну, в данном случае, экономике туристической отрасли. Причем такого его сегмента или ниши – это индивидуальный, так называемый, туризм. Пытаемся разобраться, что такое индивидуальный туризм и, в общем, где тут деньги. Самое главное – деньги, потому что, я говорю, много компаний приходили на этот рынок, много на нем работали. Но сегодняшние наши гости, Майя Котляр, умудряются, по крайней мере, пока
находить клиентов и как-то их обслуживать. Все-таки мы остановились с вами на среднем классе. Вот поскольку у нас, напомню, смс-портал, если кто забыл, 985-970-45-45, можно набарабанить смс-очку, задать прямейший вопрос, прямее дальше никуда. Вопрос Дмитрию Мезенцеву, как обычно, спасибо за то, что приветствуете меня в эфире. Насколько, что вы можете сказать, вот мы, вы сказали про средний класс, а Дмитрий, он несколько под таким правильным разрезом говорит, кто ваш клиент по социальному статусу, это высший слой среднего класса или это какой-то иной класс? Ну, как мы обычно говорим, это средний класс, выше среднего и VIP-аудитория, VIP-аудитория, да, то есть это в основном, да, мы обслуживаем бизнес-аудиторию, да, то есть искушенную достаточно, вот. Собственно говоря. Ну вот хорошо, тогда у нас самая такая история, это вот охотничьи туры. Потому что если мы говорим о VIP-аудитории, VIP-туры по африканским странам, по поездка за великой пятеркой, так называемой, насколько это ваша аудитория? Это может быть наша аудитория, но мы не предлагаем этот продукт сознательно. Ну, по понятным, наверное, причинам, потому что это небезопасно, да, и нужно проходить определенную аккредитацию, сертификат, ну, очень много всего, очень много рисков, и поэтому мы не подвергаем наших клиентов таким рискам, в принципе. Хорошо. Мы делаем туры по Африке, да, то есть передвижение сафари, то есть передвижение миграции животных, вот это все делаем, но без охоты. Охоты нет. Ну, вот у нас люди пытаются разобраться сами с собой. Хочу понять, задают вопрос нам из Санкт-Петербурга. В 2014, 2015, 2016 году наша семья из трех человек потратила на Крым 300, 500 и 400 тысяч соответственно. С перелетом и арендой жилья и машины на 5, 4 и 3,5 недели соответственно. Это по вашему бюджету, но просто я не знаю, к какому сегменту относится моя семья. Выше среднего. В категории туристическом выше среднего, ну, потому что от 300 это... А, 5 недель, да? 5 недель, тогда это middle class, то есть средний класс, абсолютно. Бюджет на... То есть если бы такой бюджет был на, ну, 2 недели, это, ну, мы как подразделяем клиентов, это категория выше среднего. От 250-300 это выше среднего. Хорошо. А какой основной актив, собственно говоря, у вас? Если мы возьмем в целом компанию, если со стороны на нее посмотреть, как бы вы это оценили, основной актив, который у вас есть? Туристическая компания, которая заявляет о себе достаточно громко, в той нише, в той целевой аудитории, в которой она работает. Да, причем заявляет результативно, мы за 4 года, в принципе, достаточно узнаваемы, да, в сегменте и индивидуального, и корпоративного туризма. То есть я владелец этой компании, полного пакета. А сколько сейчас у вас сотрудников? В общей сложности у нас 11 сотрудников. То есть мы, в принципе, носим бутиковый формат. Масштабировать бизнес, ну, смысла я не вижу. Именно масштабировать. Масштабировать – это большой вопрос, насколько это возможно. Возможно. Ну, в сетевую историю пока я не видел такого, чтобы именно бутики уходили в такую историю. Хорошо, если мы говорим о системе продвижения, самая лучшая система продвижения, которую вы для себя можете определить? Личный бренд. Ну, личный бренд где-то надо распространять от того, что он у вас есть, от того, что он у вас. Смотрите, в нашем случае, да, первое, это сарафанное радио, да, потому что я ни копейки не потратила на рекламу, платную рекламу, ни в Яндексе, ни вот эти директы, да, Google, ни копейки, потому что невозможно нашу аудиторию привлечь без сарафанного радио, без репутации, без имиджа и без рекомендаций. Люди слабо верят, в принципе, рекламе, особенно наш сегмент индивидуального туризма. Насколько все-таки вот в рынок, я имею в виду сейчас в целом рынок, меняется год от года? Насколько агрегаторы, коими мы сейчас говорим, агрегаторы и маркетплейсы являются конкурентами? Насколько они это приводят рынок в другое состояние? Рынок очень сильно меняется. На самом деле, я приводила статистики, то, что люди переходят в сегмент онлайн-бронирования с учетом внедрения IT-технологий, да, в принципе, в наш мир.
Вот, и имплементации этого всего, соответственно, рынок меняется плюс 10-15% официальная статистика онлайн-ресурсы. И агрегаторы очень агрессивно входят на рынок, очень агрессивно себя ведут, но есть отрицательная динамика, что они быстро схлопываются, очень быстро. То есть либо их кто-то поглощает, либо они просто уходят с рынка, потому что не выдерживают конкуренции. Вот сегодня, допустим, был агрегатор, допустим, по продаже авиабилетов, завтра его нет. Вот и все. Продали билет, но уже дозвониться невозможно. Очень много таких случаев. Ну, в конечном итоге ты же покупаешь билет-то не у агрегатора, ты покупаешь билет у авиакомпании. Я понимаю, я говорю о том, что продали, допустим, билет, а человеку захотелось возврат сделать, либо что-то еще с этим билетом. Он уже без этого агрегатора ничего не может сделать. Ну, для этого, конечно, возникает ситуация форс-мажора, но все равно разбираться будет авиакомпания в конечном итоге. Очень сложно это происходит. Сложно, но это очень возможно. Большой цикл. Цикл большой, да, но у него не быстрее, чем у всех остальных. Смотрите, тут у нас, поскольку смс-портал 985-970-45-45, барабанит смс-ок много, значит, у вас ошибки на сайте, в винном туре шопинг и шампанское. В Лангедоке и Провансе нет шампанского. Это просто как ремарк. Это не шампанское, шампейн называется. Ну, просто... Что на французском и имеется в виду не шампанское, а в принципе виноделие. Ну, вот это ответ, соответственно, на слушателю, который из Москвы написал, что вот он считает, что это была ошибка. Это не лингвистическая ошибка. Окей, будем надеяться, что не более того. Если мы говорим о клиенте, как менялся клиент из года в год? Менялся очень серьезно. Во-первых, то, что отметили все практически туроператоры, туристические компании, очень сильно сузилась, уменьшилась глубина продаж. Что означает глубина продаж? Наверное, нужно объяснить. Да, если, допустим, клиент тур заказывал за полгода, да, последние два года клиенты очень опасаются в связи с нестабильностью, да, экономики, в связи с нестабильностью курса, опасаются заказывать заранее, боятся, потому что непонятно, что будет завтра. Поэтому глубина продаж туристических продуктов уменьшилась на полтора месяца, до полутора месяцев. Проблема в страхе? Да, абсолютно. Может быть, наоборот? А в чем? Все о том, что в любой момент ты можешь полететь куда угодно. То есть, ну, я могу сказать, что как человек занятой, для меня, например, бронирование, то есть, ну, для меня там горизонт планирования отдыха там 3 месяца, это вообще недопустимая история. Потому что особенно в клиентском бизнесе, ну, хорошо, если месяц. Это будет, я фантастически запланировал, как мне кажется. А с учетом того, что я понимаю, что, в общем, ничего сложного сейчас ни в чем. Ну, будет там, условно говоря, не такая гостиница, но другая четверка. Не машина там не такого класса, она будет машина попроще. Не будет там, соответственно, в этом, то есть настолько расширился, на мой взгляд, спектр предлагаемых, это рестораны, там, когда мы говорим даже о том же детском, там, ну хорошо, может, если вы хотите поехать в Диснейленд, до Диснейлендов понаштамповали столько, как мне кажется, наоборот, здесь это не страх, а то, что человек понимает, что он легко оперирует, да, он, конечно, переплатит, да, конечно, там, например, можно купить билеты бизнес-класса с поездкой в Америку туда-обратно, ну, где-то там, если покупать за полгода, ну, за 25, даже где-то есть, я там видел, там 30 тысяч. Если прямо в сезон, конечно, будет существенно дороже, там, ну, условно говоря, в 2 раза. Но опять-таки, если мы говорим о вашем потенциальном клиенте, ну, он не считает копейки. Не согласна. Все клиенты считают деньги. Любой клиент считает. Дмитрий, у нас каждый раз клиенты все-таки, фатально даже, в том числе, в ряде случаев, у нас клиенты всегда сравнивают цены с онлайн-ресурсами. Это нормально. Нет, это нормально, но вы говорите, да, о том, что они не считают копейки. Это не копейки, да, это существенные суммы, достаточно для нашей аудитории, если говорить конкретно. Почему люди заранее бронировали туры? Во-первых, туры существует такое понятие, как акции раннего бронирования. Да? То есть, когда можно до 30% сэкономить. То есть, они начинаются за полгода. Сейчас, кстати, сейчас очень сильно
Сильно произошел прирост, прям бум, можно сказать, по акциям раннего бронирования, которые запущены на лето. Люди скупают, потому что все-таки как-то... То есть вопрос в первую очередь, причины, почему... Еще раз повторюсь, вопрос цен, потому что существенно можно сэкономить и на перелете все-таки, да, и на гостинице. Потому что когда заказываешь что-то впритык, да, то есть за две недели... Все упирается очень в цену. Ну пусть делают. Мы не призываем агрессивно, да, клиентов. Мы дошли до такого уровня, что мы никого ниоткуда не переманиваем. К нам сами люди идут, понимая наши преимущества. Да, то есть им правильно, их доносят друзья друзей и так далее, коллеги. То есть мы не ведем маркетинг навязывания, к нам сами приходят, потому что преимущества очевидны. Хорошо бы, чтобы они были очевидны всем остальным, мне-то не показывают. А зачем все охватывать? Зачем гнаться за всеми? Зачем это нужно? Пусть рынок самостоятельных путешественников живет самостоятельно и развивается самостоятельно. Понимаете, мы все-таки в разных мирах. Вы 7 лет, соответственно, сколько вы сейчас в общей сложности, по вашим оценкам, вывезли клиентов? Более нескольких тысяч за 4 года. Это включая корпоративные групповые туры. За 4 года это достаточно серьезно. Ну, для 11 человек, да, безусловно. Для 11 человек это хороший работа показатель. Очень, да. Соответственно, логично задают вопрос, чем вы отличаетесь от обычной турфирмы. Ну, я уже говорила, да, мы отличаемся ценой, продуктом и качеством сервиса. Да, по-моему, это три основные мотиваторы и, скажем так, стимуляторы для того, чтобы клиенты приходили к нам, да, именно к нам, и оставались, главное, с нами, потому что мы работаем на лояльную базу аудитории. Будем объективны. Согласитесь, что не надо не советовать. Вот когда вы произносите, что качество услуг, комплект и все остальное, ну, согласитесь, что нету ни одного сайта туристической фирмы, которая написана. Вы знаете, мы вас пошлем в тьму таракань, там будут одни тараканы, в целом мы вас пошлем нафиг на первом же, после того, как вы нам отдадите бабки, ну и далее по списку. У нас абсолютно некачественный персонал, и в целом мы будем, когда мы будем продавать вам тур, мы будем ковыряться в носе и обмазывать вас какашками. Согласитесь, мы пока сейчас скрываемся за очень общими словами. Мы должны сказать вот совсем конкретно, понимаете? Качество, не существует такого слова. Вот, ну, Дмитрий, существует. Я еще раз объясняю, за счет чего наша компания, в принципе, можно сказать, сарафан успешно. У сарафанов клиенты приходят. Нет, не у всех. Не у всех. Почему из 8 тысяч агентств осталось на рынке всего 2000? Никакого. Почему? Потому что, еще раз говорю, потому что чиновникам запретили выезд. Не факт. Чиновников сколько в России было? 4 миллиона. Ну. 4 миллиона чиновников им запретили выезд. Абсолютно. Плюс все правоохранительные органы запретили выезд. И доллар скакнул в 2 раза. Именно поэтому снеслись несколько авиакомпаний. Не из-за этого, объясню. Не только. Нет, из-за этого тоже. Безусловно. Не только. А на самом деле рынок схлопнулся из-за гигантского демпинга, который происходил по всему рынку. Это то нормально. Есть, нет, это не нормально. Почему? И в последнее время хочу иметь демпинг. Понимаете, агентства, которые работали на определенных комиссиях, готовы были опуститься до уровня. Это в массовом сегменте, повторюсь. Это не в нашем сегменте, это в массовом. Для меня, для клиентов, да? Хорошо. Ну, вот. От одного пошли к другому агентству, от третьего пошли там к четвертому и так далее. И, соответственно, у первого агентства, который предложил цену вот такую, да, у него просто нет выбора. Либо он уходит с рынка, либо он просто делает еще больше демпинг. Понимаете? Кто уходит, такие агентства, замечательно. Вот. Ну, а зачем им уходить таким агентством? Они не должны... Из-за того, что кто-то демпингует? Нет, в моем понимании пока до что... До пределов, до наглых пределов. Нет, демпингует. Когда мы говорим о 21 веке, мы говорим об Убере, например. В моем понимании... Все должно прийти к уберизации, должна быть прямая связь, то есть модель B2B, B2C должна исчезнуть, должна быть появиться модель C2P, то есть когда клиент общается напрямую с производителем. Поэтому я пытаюсь понять, зачем вообще присутствуют турагентства и туроператоры, потому что вот когда мы говорим о агрегаторах,
на мой взгляд, агрегаторы должны снести, как вот сейчас сносятся, и правильно сносятся диспетчерские службы под названием службы такси, и должна быть контракт между клиентом и производителем услуги. Не оселят, допустим, отель, можно это говорить, да, не оселят отели мировые этот, скажем так, этот формат, не оселят этот поток общения. Понимаете, почему фильтры ставятся, да, B2B, B2C, одна из причин, естественно, да, это продажи, но другая из причин, это потоки, понимаете, если каждая Ваня будет звонить в греческий отель и заказывать. Нет, это категорически неверная форма. А о чем вы? Нет, когда мы говорим об агрегаторе, никто никуда не звонит. Как раз агрегатор, хорошо, онлайн. Обеспечение, онлайн, оно абсолютно четко распределяет поток, который очень легко, я вам это еще раз говорю, как что называется, инженер-конструктор-технолог, достаточно примитивно делается. То есть я как отель, например, выбрасываю на рынок там, предложение 100 номеров, а агрегатор, соответственно, как по математической модели, по каким нужно критериям, соответственно, в том числе даже устраивая аукцион, предоставляет не 100 клиентов. Две причины, почему этого в России не произойдет никогда. Не в России, это мир. Вообще, мир, понятно, но Россия очень сильно отличается в целом по психотипу. Он есть. По психотипу клиентов, клиенту в России необходимо человеческое общение. Почему до сих пор имплементация онлайн-агентств, агентств компаний, которые работают онлайн, достаточно невысока по России в целом. Я не говорю про центральный регион, потому что тете Маше нужно прийти в агентство, полистать каталог, пообщаться. Это одна причина. Вторая причина в том, что не всегда туристический продукт обходится просто сухим бронированием отелей, сухим бронированием, допустим, авиаперелета, либо того же гида. Да? Нужно, во-первых, на это потратить, еще раз повторюсь, время. Второе, выстроить грамотную логистику, потому что, там, допустим, Иван может пойти на онлайн-ресурс, выбрать определенный отель, но этот отель окажется плохим, да, потому что очень много. На TripAdvisor, вы думаете, там реальные отзывы? Там не всегда реальные отзывы. Можно напасть на такое. А экспертиза и фильтр, в том числе, в частности, наш... Выбирается 4 агрегатора, менеджеры, отзывы. Дмитрий, менеджеры, которые работают, допустим, у меня, да, но почему? Они заинтересованы. Послушайте, пожалуйста. Но вы же им платите. Объездили весь мир. К нему можно позвонить и спросить, допустим, Анастасия, что вы посоветуете по Японии? Постройте мне, пожалуйста, маршрут правильный, правильную логистику. Даже по Грузии вы не сможете сами простроить логистику. По Китаю вы не сможете. Сложно это. Это сложно. Я говорю, вы как к потребителю обращаюсь, не конкретно к вам. Сложно. Не верю. Элементарно. Не верю. Прямо вот, как 9 лет там работающий человек, могу сказать, это делается и в Китае, сложно. И в Японии. Настолько сложно. Примитивно. Примитивнее даже, чем в Европе. Потому что, еще раз говорю, агрегаторы там вышли уже совершенно на другой уровень. Точно так же, как когда мы говорим об агрегаторе Uber, это только в России всего лишь две функции. Агрегатор Uber обычный и Uber Black. В Америке уровней агрегатора 6. А когда вы говорите о том, что нужно человеческое общение, оно не нужно. Просто у нас проникновение гаджетов, оно слишком маленькое. Я про это и сказала. В том числе, одна из причин. Никакой взаимосвязи с человеческим общением. Человеческое общение никому не нужно. Нужен просто гаджет. Давайте к демографии России обратимся. Ну, давайте. Сколько процентов... Ну, давайте обрисуем молодую аудиторию, пожилую аудиторию. Моя мама, сколько? Я ей подарил планшет, она не это ваша мама. Понимаете, Дмитрий? У нас проникновение это ваша мама. 200 миллионов симок. Ну, симок каких? Сим-карт. Телефонных? Да, телефонных. У нас количество... Ну, не все умеют заходить в браузер. Количество подключенных к интернету 65 миллионов. Ну, хорошо. Но не все им могут пользоваться, понимаете? Да. Грамотно и правильно. Да, мы на самом деле беседу только-только начали. Ну что, приходится прерываться на этом коротком моменте. Будем говорить о демографии в дальнейшем и вообще говорить в целом о туристическом рынке дальше. Спасибо, Майя, что зашли. Мы только начали обсуждение у индивидуальных туристов. Спасибо, что были у меня в эфире. Спасибо за приглашение, Дмитрий. Не переключайтесь. Спасибо. Курс Потапенко.